оказывался. Почему здесь и? И раздельно. Ученики. Как не вглядывался, почему? И раздельно. Ты там были не вглядывался, а вглядывался. А почему не? Почему не? Не нужно. Почему не? Люша, ты удаление не падает, там удаление. Ничего. Ну, конечно, удаление. Вот это ничем. Но стою давно. Приветики. Я очень-очень сильно давно пришла домой. Я пришла домой, короче, полежала немного, убрала всю квартиру, нарезала оливье. Пипец, слушайте. Короче, у меня резко планы поменялись, потому что сегодня у моей сестры день рождения, и надо было резать салаты на завтра, чтобы завтра приходили гости, бла-бла-бла. Короче, я весь день готова, и вот сейчас только сижу, занимаюсь уроками и прочим. Сейчас без 20:10, я быстренько планирую за 20 минут закончить все вот это дело и лечь почитать и спать. Еще я сейчас слушаю TED. Это, блин, как бы объяснить. Это что-то типа лекции на английском языке. Если вы не знаете, что такое TED, загуглите обязательно. Кто изучает английский, просто обязательно слушайте это, потому что очень помогает при экзамене, аудировании. Это очень крутая штука, потому что тут развивается тема, которая чаще всего попадается на экзамене в основном. И я вот сейчас слушаю, просто обалдеваю. Я, честно говоря, я просто слушаю. Я многих слов даже не понимаю, хотя я хорошо по аудированию ориентируюсь в основном. Я многих слов даже не понимаю. Тупо. Он что-то сказал, они так начали высказываться. В итоге я прочитала сейчас текст, который он сказал. И знаете, что там было написано? Скажу заранее, что у англичан ужасное чувство юмора. Там было написано, что в Гарварде никогда не говорят о счастье. И они так усыкались, что я не знаю. Просто думаю, боже мой, что? Сейчас расскажу про этот сайт. Короче, я сейчас слушала лекцию одной из женщин. Скажите свои истины, ищите их других. Вот я уже почти слушала, как можете заметить. Вот тут есть краткое описание этой лекции. И есть... Стенограмма, тут, короче, по тайм-кодам расписывается, что было сказано. Вот, и легко понять, что она говорила. Ну и комментарии, собственно говоря. Если тебе что-то непонятно, переводишь на тайм-коды и все. Вот тут можно выбрать. Вообще там есть главная страница, на которой можно все выбрать и выбрать свои интересы. А так это просто как рекомендации YouTube, короче. Вот, а так переходишь на главную, и там куча всяких лекций, и очень круто вообще, мне очень нравится. We found a match for her, it turned out to be me. I come from a family of... Только один номер по геометрии, я решила, что второй я доделаю утром. Я обычно стою 6 утра. Не так сыграла, перепутала все. Ой-ой-ой, какая досада. И какая-то фигня, слушайте. Какая-то фигня. Что тебе не нравится? Вот скажи, пожалуйста. Вот, ну, что тебе не нравится? Я не знаю, что тебе не нравится. Мне лично вот все нравится.
Вот, кстати, я сделала такой трекер. Короче, привычка обычно вырабатывается 21 день. И за эти привычки, короче, 21 день я сделала, рассчитала себе по дням, написала, какой март. И написала что-то привычки, короче, которые я должна выработать. На 21 день, по идее, я должна проснуться без будильника в утра. Ну, это не важно. Вот, и 2 дня у меня уже есть, это будет 3, вообще все супер класс. Я выписала кучу всяких высказываний, которые мне очень сильно понравились. Вот, там реально говорят умные вещи. Мне правда очень понравилось, в общем. И я просто сейчас ложусь спать. В общем, до завтра. Baby, get it. Вот, и просто сейчас пойду завтракать, одеваться и выходить. Сегодня у меня 6 уроков. Они такие лайтовые, типа геометрия, ладно, она не лайтовая, но там физра, общество, литература, такое, всякое всячное. А 2 астрономии вместо 2 физик, потому что в прошлый раз мы провели 2 физики, и она пообещала нам 2 астрономии, так что все помню. Вот. Собственно, такие. А еще у нас дождь за окном. Я вообще не хочу дождь. И ветер, короче, очень сильный вообще. Прям пипец носит. Ой-ой. Не знаю, как пойду. Надеюсь, всех учителей снесет. И урока не будет. Надежда умирает последней, как говорится. Всем снова привет. Я пришла со школы. В школе ничего не снимала, потому что мне интересно она. Ничего интересного было, короче. И я сейчас готовлю себе обед, потому что я жутко голодная пришла. Вот, и сегодня у меня супер ответственная миссия, потому что сегодня приходят гости, отмечают день рождения моей сестры, как я говорила вчера. Вот, и у меня супер ответственная миссия приготовить еду. Вот, собственно, поэтому мне, к сожалению, не получилось пойти на тренировку. Короче, я приготовила себе обед. Кто-то смотрел Алену Венум. И все, супер классно. У меня супер настроение. Я готова завершать этот день.